Друзья, день X. У нас наступил день X. Это жестко, связи нет. Ничего нет, интернета нет. С нашей горы, где я живу, вода хреначит так, как будто вторая речка. Выйду, посмотрю, что вообще произошло. Магазины все закрыты. Это жесть. Я просто иду. Речка тупо хреначит. Сейчас посмотрим, пройдемся по месту, где живу здесь. Это жесть, света дома нету, ни рендер, ничего не запустить. Тут хреначит, ветки намыло. Вообще по-страшному, движение стоит. Невозможно. По-страшному все происходит у нас здесь. А вы нас спрашиваете: эй, Азиз, а ты где был? Почему стрима не было? Потому что у нас здесь в Краснодарском крае наступил апокалипсис. Сейчас посмотрим на речку, что у нас с ней. На мосту тут тоже потопы у нас. Ля, речка лютая. Это жесть. Она обычно маленькая, но сегодня чуть-чуть побольше. Размывает у нас все. Это жесть. Но мы сейчас пойдем еще до моря. Посмотрим, что там, насколько сильный шторм. Потому что тут вообще жесть. Люди запасаются водой, идут. Света нет. Вдруг еще и воды не будет, подумают. Ну что ж, пойдем дальше, посмотрим, что там у нас будет. И там уже встретимся. Кто-то просто ворота открыл, чисто вода хреначит по-страшному. Просто посмотрите. Это люто. Главное, что меня еще никто не сдавил. Но тут жесть. Чтобы пройти-то, чтоб не смыло. Вон Приора Сиавайс написала: поехала, езжи. Биратан! Мужик тоже постоял, повдуплял, решил все-таки поехать. А тут самое веселое, я так смотрю. Все плывут чисто. Ва. Люто, на самом деле я уже жестко вымок, у меня ноги мокрые, ну, по колено. Да это фигня. Самое интересное, я думаю, еще будет впереди, это чисто тут по движению, чтобы посмотреть, как тут все. А тут жестко, все просто плывут. Тут можно на лодке, наверное, переплывать это место, потому что, ну, реально, не утонешь. Я не знаю, как еще машины едут. Ну а куда деваться, не стоять же просто на месте. Жесть, как будто по речке прошелся. Чуть обувь не смыло, там дальше тоже жестко. Дойти, у меня план дойти до конца боя. На работу. На работу, ля, ну тут вообще страшно. Вот прям рили может унести, я думаю. А если меня унесет, это будет последнее мое, так сказать, видео. Вах, чуть не подскользнулся. Надеюсь, не унесет. Я немного схитрю. Там проходить не буду, потому что там рили жесть. Там, наверное, вообще не пройти. Так, идем здесь в обход немного. Должно, по идее, быть получше. Ребята тоже встали, ждут, пока все вот это растянется. Но мне кажется, нифига тут не растянется за час, за два, за три. Бля, тут пройти вообще. Жесть, тут несет просто по-страшному. Вода хреначит. Там встали, там походу бэхл тонуло вообще. Сейчас подойдем поближе, позыркаем. Жесть. Да что-то люто. Давно такой фигни не было, кстати. Года два, наверное. Бля, там вообще, да и Приора плывет. Жесть, посмотри, по капот. Просто по капот. Ля, все, бульк. Все, гидроудар, добрый вечер. Если сейчас не заведется, уже все, до свидули.
Бля, вот тут люто. Надо аккуратно за, за бортик буду держаться и проходить, потому что мне почти по колено. Жесть. Нифига себе, смотри. АБХа, кстати, рили уплыла. Вот тоже. Приора тоже такая, походу, уплыла. Все, жесть. ГГ. Ля, мне по колено, я иду, мне по колено здесь. Это обычный проход, когда идешь на море. Жесть. Это лютая тема. Задувает. Все, приора утонула, ребят. В такую погоду нафиг лучше никуда не суваться. Потому что это жесть. Лютая бэха утонула. Приора утонула. Это жесть. Но мне кажется, не каждый рискнет сюда, конечно, лезть. Все. Это ГГ. Лютая погода, да? Это жесть. Ва. Ну я прошел самый жесткий участок, где было по колено. Идем дальше. Жалко, конечно, тех, кто приехали, утонуло. Бэха, походу, стоит на аварийках. Но приора точно утонула. Только заехал прямо на ваших глазах. Сразу же встал, заглох, все. Гидроудар. До свидули. Че, продолжаем идти дальше. Что делать? Тут жесть. Море, пляж вообще очень близко. Жестко. Бля, тут просто размыло все. Пляжа нет просто нафиг. Пляж вообще начинается где-то примерно от нормальных. А сейчас жесть, сколько, посмотрите, все поуносило, там ветки, все понамыло. Я думал, если честно, я пройду туда подальше, на левую сторону, но не пройду нифига. А вот то ребро, это чисто речка, то, что выходит. Вот это вот, вот оно. Ладно, будем возвращаться, а то стрёмный, вымок весь жестко. Попробуем еще подснять там, где речка. Не знаю, будет или нет, пройдемся сейчас. В общем, подхожу я уже к речке и вижу уже те дома, которые живут рядом с рекой. Это жесть. Просто посмотрите. Кого-то просто снесло даже забор, подмыло корт. Это жесть. А сейчас хочу спуститься вниз и посмотреть, что будет там. Там замыло. Замыло, да, сильно? Там лестница идет в море. Хорошо, спасибо. Говорят, лестница в море уходит. Ля, тут... Тут тоже стенки бетонные, все посносило нафиг. Вот это самая, конечно, проблема у нас в Туапсе, те дома, которые рядом с речками, их лучше, наверное, не покупать. Потому что просто нафиг все смывает. Жесть, тут прям поток страшнейший, просто стыдоснейший. Господи, как обычно язык заплетается. Сейчас вниз спустимся, мне прям очень интересно. Насколько тут все жестко. Ля, я еще хотел тут пройти. Жесть. Тут можно просто по неосторожности сейчас упасть и просто нафиг не вернуться к реалу, потому что, посмотрите, это то место, где мы обычно легко проходим. Легко проходим и бежим на море. Оно просто все тут смыто. Жесть. Просто не пройти, надо аккуратно, иначе можно слететь вниз. Я, если честно, боюсь, я в тапках, скользковато, но это жесть. Я приложу фотографию, как тут обычно и как тут сейчас. Это просто люто. О, жесть. Ну и он нафиг. Я буду аккуратно возвращаться, потому что не хочу остаться тут. Друзья, в общем, вот такая вот у нас бывает ситуация в Краснодарском крае, конкретно в Туапсе. Это жесть. В такую погоду, конечно же, лучше оставаться дома под теплым одеялом и пить горячий чай. Потому что это жесть. Это очень страшно. На самом деле,
Я такой обычно, ну, особо не боюсь, но сейчас страшновато было. Просто если реально туда скатиться, ты оттуда уже просто не выплывешь. Это на самом деле страшно осознавать. О, я еще хотел оттуда с моря проходить. Нет, там вообще не вариант. Поэтому вот так, друзья. Жесть, вот сейчас иду и думаю, я вообще не жалею, что я сюда пошел, потому что это просто жесть такое увидеть. Я видел, но никогда я такого не видел на самом деле. У нас было, что смывало. У нас рядом с пляжем есть там одно место. На колоннах, короче, стоит кафешка. Ее года 2 или 3 назад смывало. Вот, это тогда было очень люто, но тогда жесткое наводнение было. И сейчас, походу, то же самое повторяется. Не знаю, как там кафешка стоит или нет. Но тут очень страшно, реально. То есть можно туда нырнуть и уже оттуда просто не вернуться. Причем это может случиться так, что вы просто не будете этого ожидать. Ну что ж, а я возвращаюсь домой. Надо высохнуть, попить горячий чай и, надеюсь, свет уже дали. Ну и что ж, вечером, как обычно, 19 по МСК. Стрим. Так что всем до скорого.